Простите, что мимимишно, так вышло. Сегодня блокнот вещает прямиком из Бобронариума. Давайте же посмотрим, как проводят свой отпуск талисманы Факела и Бурана. Пожалуйста, для чего и почему решили создать Бобронариум? Бобрового питомника. Вообще бобровый питомник возник в 32-м году, и в прошлом году 90 лет было. Вот. Ну и задачи разные, менялись они со временем. Задача основная была сохранить и восстановить численность, была решена. И уже в 60-х годах прошлого века бобр достиг промысловой численности. Сейчас в России 700 тысяч бобра, половина из них воронежского происхождения. И последние годы, значит, задачи изменились. Больше упор делается на экологическое просвещение. Посещает заповедник от 150 до 200 тысяч туристов. Вот. И здание бобрового питомника используется не только для разведения бобров. Два только с бобрами сейчас, а два были переделаны, перестроены под турист. Одно из зданий называется Бобронариум, потому что там огромный аквариум, емкостью на 50 тонн воды. В нем живут бобры. Можно, значит, в режиме онлайн, там камеры стоят, наблюдать ежедневно за их жизнью. Уже три раза там роды происходили. Вот роды в прямом эфире, значит, это вообще уникальная вещь. Снять роды у бобра практически невозможно, потому что они в хатках, в норах живут. А это позволяет вот наблюдать за бобром в таком режиме. Перед революцией бобров в Российской империи практически истребили, охотясь за мехом и бобровым касториумом для парфюмерии. И то, и другое затем продавалось Парижу. Грустно, но все там будем. Сейчас за моей спиной скелет бобра настоящий. Вот ради чего, собственно, губили жизни бобров. Три раза дороже шкуры стоила бобровая струя. Это препициальный орган у бобра, это не половая железа, это типа мускусной железы. Значит, есть и у самки, и у самца. Нужна животному для мечения территории. Так вот, эта струя использовалась широко в народной медицине. В тибетской касается импотенции, в Европе даже была наука, кастрология. Род бобра по латыни, кастр, применяли от всех заболеваний. В современной медицине доказаны бактерицидные действия, незаживающие раны, сепсис, вот, от импотенции. Ну и использовалась широко в парфюмерии. Действующее начало в бобровой струе кастарин добавлялся в духи и придает ароматам долговечность. Ну, третье – это мясо. Мясо неплохое, но мясо ближе говядине. Бобр – мускулистое животное. К слову о мускулистости. Бобры не такие безобидные, как кажется. Известен случай, когда мужчина попытался сфотографироваться со случайно встреченным в лесу бобром, однако зверь перегрыз ему бедренную артерию. Пострадавший скончался. Бобр – серьезное животное. Резцы по 12 сантиметров. Он никогда без боя не сдается, даже если волк на него нападает. Волк, конечно, одолеет бобра. Случаи были, вот москвичи, когда приезжают, московская сторожевую собаку загрызает и так далее. Он без боя никогда не сдается. И говорят, правильно что сделать? Ну, уступи ему дорогу. Вот он идет по своим делам, да что ты к ему под нос-то лезешь? Небольшой сцен, где можно послушать, как кричат враги бобров. Это лисица. Как вы вот ухаживаете за ними? Ухаживают, ну, по-разному. Значит, ухаживают рабочие, значит, с утра сливают воду, мы сейчас потом пойдем в помещение, посмотрите. Вот. И раздают, корм раздается один раз, при порядка, наверное, 2 килограмм веток нужно. Основные корма какие? Бобр растительноядное животное, он рыбы и животным кормами не питается. Из деревьев больше всего осину, иву любит, вся трава, которую водоем растет, и корневищеводных растений. Мы здесь кормим, значит, ветки ивы, осины, запаренный ячмень даем. И трава, или сныть, или крапива. А в зимнее время, в осенне-зимнее время добавляются овощи. Морковь, яблоки, свеклы и так далее. Скажите, пожалуйста, правда ли, что у бобров были предки размером до 3 метров? У гиганты были среди предков бобров. Две линии было. Одни размером с медведя примерно, а другие с размером сурка. Вот. Ну, а те размеры, которые сейчас мы наблюдаем у бобра, это примерно четвертичный период мезозойской эры, ледниковый период. Вот они приобрели эти размеры, и до сих пор они примерно такого размера. О течении времени перед Бобронариумом напомнит и великолепный 4-вековой дуб. Если пойдете в гости к бобрам, не забудьте остановиться у черешечного дуба и подумать о вечном. Сотрудники говорят, что росточком он был приблизительно в 1600 году. Ну а мы были рады этой встрече, но честь знаем. Уходя, оставляем пару добрых слов, которые и бобру приятны. Боброго вам дня, блокнотчане!